Федеральная таможенная служба отмечает серьезный рост оборота внешней торговли предприятий Ивановской области в начале этого года. Так, в январе этот показатель превысил 60 миллионов долларов, что на четверть больше, чем в январе 2020 года. Но отметим, что наше предприятие все равно гораздо больше нуждается в импортных поставках, чем отгружает собственной продукции на внешние рынки. Продаем мы всего на 17 миллионов долларов, а вот покупаем на 44. По-прежнему охотно продают свою продукцию в Ивановскую область, Китай и Узбекистан. Две трети закупаемой нами продукции как раз из этих двух стран. А вот наши товары вдруг серьезно заинтересовали Грузию. Теперь объем экспорта в эту бывшую союзную республику занимает лидирующую позицию. Причем это особенность как раз этого года. В прошлом мы торговали с Грузией на несколько сотен тысяч долларов. Теперь объем экспорта превысил 5 миллионов долларов.